В Доме молодежи состоялся президиум ветеранов Амурского района, на котором подвели итоги уходящего года, а также поднимали насущные вопросы. Ни для кого не секрет, что ветеранские организации неразрывно связаны с жизнью города и района. Они активно принимают участие в различных культурно-массовых мероприятиях с большим охватом людей, защищают собственные проекты и гранты, а также активно привлекают к своей работе молодежь. Ветераны закреплены за всеми школами и за лицеями. И проводит очень много совместных хороших мероприятий. Это конкурсы «А ну-ка, парни», «А ну-ка, девушки», «А ну-ка, бабушки». Это конкурсы к 1 апреля, День смеха. Это мероприятия на базе музеев, очень много мероприятий у нас прошло. Ветераны за 18-й год дважды участвовали в круглом столе с молодежью при главе города. Ветераны видят результаты своей работы и считают ее крайне необходимой в связи с ослаблением института семьи и отсутствием основной идеи государства для молодого поколения. На президиуме присутствовали представители органов власти как города, так и района. И каждый из них рассказал об их взаимодействии с ветеранскими организациями. Начиная с 2006 года администрация городского поселения постоянно контактирует с советом ветеранов. И это сотрудничество осуществляется по следующему направлению. Создан с 2011 года и действует по настоящее время Координационный совет по делам ветеранов при главе городского поселения. В его состав входят руководители первичных ветеранских организаций города. Председатель совета еженедельно участвует в аппаратных совещаниях, проводимых в администрации городского поселения, а также включен в состав общегородского общественного совета. Должностные лица администрации регулярно выступают на заседаниях Координационного совета по вопросам, интересующих ветеранов. Дальше совместно с ветеранской общественностью проводятся праздничные мероприятия. Также председатель совета ветеранов всегда включается в состав почетных президиумов праздничных шествий. Администрация работает с предпринимателями по организации спонсорской помощи ветеранам войны в виде подарков. Совет ветеранов по всем направлениям занимается совместно с администрацией района, советом депутатов района, администрациями поселений, организациями и учреждением образования, культуры, дополнительного образования, библиотеками, музеями, общественными и религиозными организациями. Евгения Дудко, Игорь Демьяненко, телеканал «Амурск».